Приветствую вас, мои дорогие друзья, подписчики и гости моего YouTube-канала. У меня наконец-то долгожданная посылочка, долгожданная монетка. Здесь украинская монетка, обиходная, но очень редкая. За пару лет, за сколько лет, мне даже не скажу, наверное, за лет 7, наверное, может и больше. Я ищу ее в обиходе, а она мне так ни разу не попала. Перебрал много монеток, но так мне ничего не попало. Сейчас вместе с вами откроем. Монетку заказал я на сайте, на аукционе ее купил. Вот. В принципе, можно сказать, недорого. Всеми любимый скотч. Так, взял ножа, не думал, что я буду скотча. Так, сейчас. Вот здесь она, долгожданная монетка в мою коллекцию. Это 1 гривня, 1995 года. Монетка с обихода. Состояние, можно сказать, на 4 с плюсом. Ну, такую цену еще неплохо. Есть некоторые нюансы. Есть такие вот мятинки. Но так более-менее она в идеале. Вот. Цена на нее рыночная где-то до... Есть за 800 гривен. Я взял намного дешевле, мне повезло, я так считаю. На гурте у нас одна надпись 1995 год. И девятка так не прочеканена, хорошо. 1 гривня. Вот такая вот монетка. Человек ее выловил с обихода, ну и неплохо на ней можно забыть, можно сказать, заработал. Есть вот мятина здесь, ну у меня, для меня не принципиально, я себе наконец-то положу ее в альбом. Вот тираж по данный момент монете, в принципе, не сильно уж тираж неизвестен. По некоторым данным 10 тысяч штук. Они попадались в обиходе. На то время 1 гривня это было очень большие деньги. Вот. Тогда ходили 1, 2 и 5 копеек. Вот. Наконец-то мне попалась вот эта вот монетка. Монетка латунная. Вот. Сейчас проверю их на весах. Вот. В весах у нас весы должны быть 7,1 грамма. Сейчас проверим. Ну, в принципе, весы китайские, я думаю, что можете показывать трошки. Вот. Неправильно, но монетка, в принципе, в норме. Вот наш альбом. Десять фактов про гривню. Снимать с рук. Вот.
где здесь практически все года, кроме 95-го. Такая вот у нас подборочка. Ну, и тут, конечно, разновидностей браков можно сюда добавить. Вот. Так вот все оно раскрывается. Прекрасный альбом. Кто хочет коллекционировать. Вот. На аукционах их очень много. Вот. Очень много всяких интересных фактов. Вот. Сейчас я сюда вставлю данную гривню. Я ее чистить не буду, пусть какая есть, такая пусть здесь и лежит. Вот у меня вот, можно сказать, маленький праздник. В комплект попала 1 гривня 95 года. В принципе, весь комплект собран. Ну, нету, конечно, 18, но они идут только в наборах. То есть в обиходе их не выловить. Эти монетки, чтобы все были в обиходах. Есть у меня в альбоме. Так что, если есть вопросы, что-то показать по детальней, вот, задавайте, покажем, снимем видео. Уже у меня это место не пустое. Полный комплект. Вот. Всем спасибо за внимание. Кто не подписался, подписывайтесь. Вот. И до новых встреч на моем канале. Всем пока.